Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Оа. Девушка по имени Прерия Джонсон возвращается домой через 7 лет после загадочного исчезновения. Что с ней произошло, никто не знает, а сама девушка не рассказывает, лишь утверждает, что все это время была поблизости. Еще больше интриги добавляет чудесное прозрение девушки. До исчезновения она была слепой, поэтому членов семьи она узнает только на ощупь. Следствие по телу. Доктор Меган Хант была ведущим нейрохирургом, пока из-за автомобильной аварии ее карьера не оборвалась. И теперь, раз уж живым помочь она больше не в силах, она стала судмедэкспертом. И хотя свою работу она делает на отлично, репутация сложного человека преследует ее везде. Бунтарка 2006 года. Год назад она уже представляла свою страну в мировом турнире по спортивной гимнастике, но в последний момент она отказывается от участия в чемпионате, лишая тем самым команду золотой медали. Почему? Да потому что все надоело. Она решает поставить крест на спорте и пожить нормальной жизнью подростка. Вламываться в окна домов богатых буржуа, ездить на скейте и тусоваться с сомнительными личностями. Однажды ее ловит полиция и предъявляет ей обвинение в злостном хулиганстве. Теперь у нее только два пути – либо в тюрьму, либо в закрытую элитную гимнастическую академию, что практически одно и то же. Остров. Линкольн 6 Эхо – житель на вид утопического, но охраняемого поселения середины 21 века. Как и все обитатели этого тщательно контролируемого пространства, Линкольн надеется оказаться среди тех, кого отправят на остров. Якобы последнее незагрязненное место на планете. Но очень скоро Линкольн обнаруживает, что абсолютно все, что касается его существования, ложь.